Кринж, свидание с немцем. Заехал за мной красивый мальчик, хорошая машина такое, ну видно, что деньги есть, самореализованный, интересный. Села я к нему в машину, и сразу он мне такой говорит: куда поедем? Ты придумала? Ты меня пригласил, я должна еще придумать, куда мы поедем. Интересно. Говорит: хорошо, сейчас посмотрим. Привез меня в парк. Я в этом парке гуляю каждый день. Я говорю: I'm sick от этого парка, пожалуйста, another place. В этом парке я гулять не буду. И то, ну какой парк? Я на работе целый день работала, я устала, я не хочу по паркам ходить. Давай где-то сядем, там что-то кофе хотя бы попьем. Ну, извините, что я уже такие траты, ну, хоть кофе купи. Фиг там. Пришли в парк, взяв якесь полотенце со своей машины, постелил на пол, такой: садись, присаживайся. А там еще водичка рядом, там те утки, аист, якісь птиц, тут, блин, эти комары, ну, короче, жесть. Я думаю, сейчас какой-то клещ в мене залезет до мене кудись там, потом не вытащу, всю жизнь буду так ходить. И посидели, пообщались. Ну, он, в принципе, неплохой, веселый мальчик, но сразу мы обсудили с ним, как он видит отношения. Он говорит: ну, для меня важно, чтобы женщина работала и зарабатывала. Он такой: мои деньги, твои деньги, твои деньги. Типа, ну, это какие-то не отношения, а какие-то уже денежные, знаете, вопросы там. Вот, что если на отпуск, то каждый 50 на 50 платит там. За квартиру тоже. Если я за квартиру плачу, пусть она за еду платит. Думаю: господи, мне аж страшно стало, надо перекреститься от такого. И потом он такой: я хочу снэк какой-то. Я говорю: ну, окей, поехали. Он купил себе мороженое, мне ничего не купил. Думаю, ну, сама себе покупай. Он же сказал все четко и ясно. Но я сразу поняла, что нет, как бы ничего хорошего из этого не выйдет. И он меня привез домой, мы вышли с машины, он мне типа открыл двери, даже молодец, хоть в этом плане. И он меня типа обнимает, и я уже отхожу, он такой: подойди поближе, я хочу тебя поцеловать. А еще что ты хочешь? Ну, что еще ты хочешь? Может, сразу раздеться, давай тут сразу займемся чем-то? Ну, типа, вообще неадекватный какой-то. Но он видел, что я, типа, не особо, как бы, горю желанием с ним там продолжать общаться, и он такой: давай я тебя поцелую. А, и говорит: в этот раз я приехала в твой город, а в следующий раз ты приедешь ко мне во Франкфурт. Уже, я уже побежала на поезд, сажусь к тебе, еду, зай. Жесть. Трэш-контент.